и рыбалка сегодня. Несмотря на такую погоду, рыба ловится отлично. Еще самое важное в этом всем. Всем привет! Я на рыбалке. Сегодня приехал в то место, в которое я обещал в прошлый раз приехать. Мне оно очень понравилось. Вот. Немножко сейчас доработаю его. Здесь оборудую немножко места. Погода стоит сегодня пасмурная. Пока добирался, шел небольшой дождик. Ветер северный. Вот. И днем плюс 18 градусов. Пасмурно, без осадков. Хотел вчера выбраться на рыбалку. Вот, поверил синоптикам, обещали целый день дождь. Вот, а в итоге оказалось солнце и нормальная погода. Что теперь я не верю синоптикам. Не верьте никогда синоптикам. Идите всегда на рыбалку, если собрались. Вот. Сейчас соберу удочки. Удочки сегодня взял две удочки. Одну буду ловить одной из глубины. Вот. А на вторую попробую под бережком. Вот, на карася поставить. Так что все подробно. Вот, в процессе рыбалки. Итак, начинаю ловлю. Вот такое место ловли. Вот, кто смотрит видео первый раз мои. Вот, там прямо вот за травой идет глубина. Около 3 метров. Вот. Что место для рыбалки отличное. Так, хотел показать вам удочки. Вот одна, как всегда, ту, что я всегда беру. Вот 6-метровая. Вот с кольцами. Вот такой поплавочек. 3 грузика стоит. Катушечка небольшая. Вот. Основная леска 0,2. Вот. И поводочек 0,17. Поставил покрепче. Вот. Вторая без колец, 5-метровая, вот такая вот удочка. К ней есть оснастка сделанная уже. Сейчас цепляем сюда все и будем ловить. Это на карася, это на плотву, может там лещ подойдет. Так, по насадкам сегодня набрал разных много насадок. Взял перловку, есть немножко опарыша, мастырочка, вот. Также пуфик, вот, магазины, есть вот такой еще пуфик, крупный, это можно на карася попробовать. Также взял кукурузу, вот. И кукурузу хочу добавить обязательно в прикормку, здесь выберу, можно будет наживлять, вот кукурузку. И добавить обязательно в прикормку немножко, когда будет закармливать место. Вот, это очень важно, чтобы рыба поняла, что здесь есть корм кукуруза. Такие вот разнообразные сегодня насадки. Все это будем пробовать поочередно и посмотрим, на что будет ловиться рыба. Так, собрал удочки. Вот, сейчас будем начинать ловить. Вот, придумал себе такой вот сиденье. Нашел пенечек здесь. Теперь можно целый день сидеть и ловить. Будет удобно. Вот такое вот местечко здесь. Встречная волна. Ветер северный. Ну ничего страшного. Так, ловить буду начинать с перловочки. Сейчас попробую на перловку, потом на мастерку. Первая поклевочка на прикормленном месте. Вот швичка хорошая. На мастырку. Вот она. Рыбка отличная. На мастырку. Буквально только моментально.
утопило поплавок сразу. Так, сейчас приспособимся. Садок, наверное, прямо здесь. Вот так будет удобней. Так, все. Вот, работает и прикормка. Видно. Так что даже в такую погоду ветреную, вот, рыба ловится. Можно идти всегда на рыбалку. Я наделал вот этих шариков с мастырки. Вот. Прямо здесь. Они немножечко уже подсохли. И вот это вот на них плотвичка такая клюнула. Глубина 2,5 метра где-то. Как раз под стеной травы. Вот это потянуло, так потянуло. Только забросил. Ого! Что-то такое. Монстр какой-то. Ого! Плотвище. Вот это плотвище. Ох, и мастырка работает. Вот это чудо-мастырка. Сейчас покажу вам, какой крокодил. Вот это красавица. О! Вот это, о, кто-то покусал, щука, наверное. Щука, наверное, грызанула ее. Ну, все, теперь будешь в садку плавать. Вот это рыбалка сегодня. Вода теплая. Волна идет. Причем встречная волна. Ух ты, в траву зашла. А, ты, блин. Цепанула траву. С трава. Сейчас буду отцеплять сейчас. О. Посмотрим, что там. Все, пропало. Не, не пропала. Сидит. Вот она. Плотва. Ого, крупная. Ого. А вот это рыба. А? Вот это уже рыба. Так рыба. О. Больше ладони. Воткнула. Мастырку любит. Мастырка у меня натуральная. Никакого красителя. Все натурально. О. Вот это улов сегодня будет. Сейчас решил немножко отдохнуть. Вот, перекусить. Развел костерчик, немного погреюсь и буду продолжать ловлю. Прошел небольшой дождик, пока я обедал. Сейчас буду продолжать рыбалочку. Даже немножко распогодилось. Вода поднялась. Вот. Так, пока был обед, приготовил этих шариков еще. Немножечко подсохли.
коробочку, сложил их. Опа, есть. Ух ты. О, вот это клев начался опять. Это кто такой? Это подлещик. Ну, такую рыбу мы выпускаем сразу. Такую выпускаем. Давай, шируй. О, даже солнышко появляется из-за туч. Ловлю на одну удочку. Сейчас надо будет поставить рядышком туда какой-то буйл. Вот. Пусть ловится, вдруг карась клюнет. Опа, есть! О! Что же это на этот раз? О, плотва. Все, красавица, плотва пошла. Вот мастерка все-таки. Золотая просто мастерка. Это плотва такая. Матерая просто вообще. О. Вот это плотвище. Так плотвище. На мастерочку. А? Красота. Ух и рыбалка сегодня. Несмотря на такую погоду, рыба ловится отлично. Еще самое важное в этом всем, говорят, плохую погоду рыба не ловится, потому что никто в плохую погоду не ходит на рыбалку. А рыба питается постоянно и в плохую погоду, и в хорошую погоду. И это надо учитывать. Опа, есть. Если перестает клевать, значит, насадки нету на крючке. Здесь по-другому никак. Если насадка есть, берет жадно сразу. Вот. Хорошее плотвище. Такой отдых на природе сегодня. Замечательно, несмотря на плохую погоду, казалось бы. Ну, погода, это лучше, чем жарко. Ветер уже не такой сильный стал. Прошел дождик. Это крупняк с глубины. Рыбка. Ох и рыбка. Одну. Пару лещиков, подлещиков маленьких я выпустил. О, подлещики не берем. Жду все леща. Глубина такая, что может лещ клюнуть. Вот. Летом он подходит кормиться в такие места, вот, где трава, к берегу, особенно где прибойный берег.
Вот, выходит на кормежку. И даже крупные экземпляры могут попадаться в таких местах. Вот. Что-то пока не было поклевок еще. Может, карасик тоже подойти. Крупнячок, крупнячок какой-то там. Ого. Два. Чуть-чуть глубину увеличил еще сантиметров на 10 и стал дальше забрасывать. Такая вот тут оно такой перекат идет, плавный спуск. Ветер немножко утих. Под вечер уже время такое. Щука. Несколько всплесков было здесь рядом. На охоту вышла. Вот, поужинать. Поклевочка. Ух ты, вот это монстр. Вот это монстр. О, вот это плотва. Так, плотва. Рыбка. Ох и рыбка. Вот она. Вечерний клюв. Ну, мастырочку. Точно за губу. Но надо так все делать быстро и аккуратно. Иначе будет пустой крючок и будет рыба. Делаю шарик побольше. Ветер немного утих. Это уже не сильный. Вот. Сейчас пока есть время, надо быстро половить. Закончилась сегодняшняя рыбалочка. Несмотря на ветреную погоду. Вот. Сегодня отличный улов. Ловилась такая вот плотва. Хорошая, как видите. Отличный улов. Ловилась на мастырку. Вот. Пробовал на перловку, на опарыша. Но лучше всего ловилась рыба на мастырочку. Вот такой отличный улов. Отличный отдых на природе. Кому понравилось видео, рыбалка, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Вот, будет много интересного. До новых встреч. Всем пока. Такая вот красавица плотва.